Ну, видео сниму, тут по парку какие ходят звери. Миш, это такие шубы у нас носят такие. Тут утки плавают. Красота. Шимковые сады. Грацы Кралова, да? Да, не очень хорошо, но можно кормить. Мостик. Ну, папа, что говорит, иди не будет. О, плывет этот бобер. Опа, нашел хлеб. На, кидай папа, по маленькому. Кидай, кидай, вот. Прикольно. Ля, он прям ползет на меня. Не укусит? Не, глянь, иди сюда. Да не надо с рук кормить, вдруг он бешеный. Это за подписки. Да, подписывайтесь на канал Мишка. Утки даже вам сейчас подпишутся. И за лайк. И за лайки. И за 1000 лайков. Да, он вообще как собачка такой. Ух ты, а у него ноги вот эти перепонки. Ничего себе. Парк тихий какой. Ну, какая-то шустрая. Да, Лиля, вон к тебе он сейчас сделал. Бля, он вообще, я пока Мишу снимаю, он ко мне. Да. Да, Миш, смотри. Берет аккуратненько. И куда-то уходит. А утки уже летят высоко. Я им помашу рукой. Красота. Ого! Ничего себе, это как самолет. Ты видал, как он к этому? Я еще видел. Еще пришел. Я как он берет аккуратненько, конечно. Это слепандя. А они же слепые, да. На. Лянь, пальчиками взял, видишь, как он держит? Да. Лянь, смотри. Выставляю. Кушай. А он меня за пальцы не укусит этот патрон? Не должен. Не должен? Дрессированный какой-то. Прикольно? Я в шоке. Мам, я дам еще хлеба вам. Хочешь этому бобру дать кусочек? Опять идет. На, дай, вот так вот держи. Да. Вот так вот, подойди. Подходи. Да не надо ему давать. Нет, не будет. Давай. Не будет. Пусть уточкам кидает. Да. Ну на тебе. За подписку. Как это прилетел? Мастер Шмидт, блин. Мастер Шмидт. Вон там у тебя бывает. Еще выстрел. Он опять идет. Он так говорит. Ну да. Он такой, он не видит. Валер, дай сам. Ну давай. Ну давай. Она не хочет.
ребята, хватит жопом. Сейчас посмотрим. Тут какие-то птицы с зелеными лапами. Мишу преследуют, хлеба просят. На чаек похоже. Зеленые лапы. Бобер приплыл. Ну, бобер, выдыхай. Миш, не упади в воду к бобру. Поплыл бобер. С добычей. Они нас преследуют прям. Так, бобер аж приплыл, блин, за ухом. Он быстро плавает. Ну как он быстро плавает? О, возвращается. Он сейчас еще и возвращается. Красота осенний. Осенний парк. Хватит хлеба-то. Сейчас последняя штука. Я хотел хлеба, я тебе дал, а ты начинаешь. Вот мне очень нравится. А где это бобер? Уплыл. Да. А вон, вон, ля, гребет так, вон, вон. Видишь, он гребет. Еще камыши. Ближе к ним. Драка, драка. Миш, не упал. Дерутся за хлеб прям. Такая страшненькая. Много видов. Это какая-то уже мама или папа бобер здоровый. Пришел. Да какие лапы. О, это огромный. Кушает. Это уже огромный бобер. Это не бобер, это выдра, или амбатра. Нутрия. Нутрия, да, это нутрия. Сейчас мой папа скажет, что это самое вкусное мясо. Да. Все, иди гуляй. Тут на мосту висят замочки, да, Миш? Пэт. Пэт написано. А тут целых два бобра. Ой, нутрия. Целых два. Травку любят. А мы еще собираем гербарий. Сделаем красивую картинку. Так, тут еще такая детская площадка. Это по ней бежать надо. Ну зачем ты это? Он сам, сам своими ногами. Вот. Давай, 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 давай! Все, какие. Мама, папа, ты будешь крутить сделать? Я еще это попробую. Давай. Давай. Иди. Потихонечку. Быстро не иди. А вот так с боком как ты это сделай.
А, это тренироваться по скалам лазить. Да, подхожу одной ногой становись, вот сюда, другой сюда, а дальше сам. Ближе, туловище ближе к этому. Держись за ту штучку. О. Так ногами ж дальше помогай себе. О, давай. Отлазить как? Нет инструкции. Видишь, вот нога. Вот. Давай, залезай наверх. А потом надо по вот этой лестнице, наверное, слезть. Вот по этой. А если я упаду? Не должен. А вот тут съедешь. Да. А если я туда по-по-по-по? Миш, лучше вот сюда, по лесенке. Смотри, вот сюда ногу поставишь. А, пап, интересно, а я смогу как гимнаст? Не знаю. Тебе нужно туда берись руками, подтянуться. За верхнюю берись, за перекладину, поставить. За верхнюю перекладину берись руками. Вот, подтягивайся. Нет, Миш, неправильно. Вот эту ногу перекидывай туда. Подожди, вот эту поставь сюда. Вот эту перекидываю туда. Как? Надо повыше. Поднимайте. Выше поднимись. Подтянись руками туда. Возьмись за верхнюю перекладину. Подтянись руками как можно выше. Подним эту ногу, распрямляй. Миш, поставь ее сюда. Да. Вставай. Еще вставай. Подтягивай. Вот. Эту ногу. Вот, перекидывай сюда. Не бойся. А руку, вот эту руку туда. Берись, вот, левой рукой бери здесь. Вот так. Так. Держись двумя руками эту ногу. Во. И пошел. О, ничего себе. Давай, становись на ноги. Поднимись повыше. Поднимись. Вы распрями ноги вверх. Вставай. Пап, ну я хочу сидя. А так неудобно будет. Ну, а ему, может, удобнее. А мне пофиг. Нет. Ну, это не говорит такое слово. Такие крутые чешские площадки. Ну ты, Миша, такое препятствие преодолел. Теперь эту ногу вот эту опускай. И? Попу разворачивай. Але, оп! Брависсимо! Залазишь и лезешь в какую-то сторону по этим летающим тарелкам. Это надо залезть на лестницу, а потом сюда перелезть на эту штуку. Еще лезть наверх, еще выше, Миш. Держись тут руками. Миш, рано, еще лезть наверх. Еще говорю. Еще на одну залезай. Залезай. Вот. Теперь смотри. Руками берешься. Подожди. Нет. Стой. Как стоял, так и стой. Поднимайся. Смотри. Берись руками сюда. Вот за это берись. Не бойся. Я держу. Второй рукой берись. Не садись на мою руку. Вот. Понял, как надо. Миша, ты сидишь на тарелке летающей. Круто. А это детская площадка? Да, тут для малышей по соседству. А он там какая-то закуска продается. Отель? Кофе смотрю, не стоит.